Здравствуйте. В прямом эфире «Азов.Инфо» в студии Лаура Иванова. Сегодня в администрации города состоялось заседание градостроительного совета, на котором обсудили вопрос установки памятника кораблю «Азов», который в 1827 году под командованием адмирала Лазарева разгромил турецкий флот в Новоринском сражении, чем положил начало национально-освободительному движению против турецко-османского ига Греции. В Греции сегодня с уважением относятся к имени Азов и помнят грандиозную победу российского союзнического флота под эгидой корабля-флагмана с именем нашего города. На корабле «Азов» погибло больше всего матросов среди кораблей российской эскадры, но и уничтожил «Азов» больше всего вражеских кораблей, в том числе и корабль, командующего турецким флотом. Впервые в истории российского военно-морского флота «Азов» за яркую победу в Новоринском сражении получил кормовой георгиевский флаг, который впоследствии передавался кораблям с названием «Азов» и кораблям с названием «Память Азова». Так что у нашего города есть еще один повод для гордости. В этом году исполнится 190 лет со времени Новоринского сражения, в котором боевую закалку получили гардемарины, будущие флотоводцы Нахимов, Истомин, Корнилов. Во время визита в греческий город Пилос, на берегах которого происходило сражение, на азовскую делегацию большое впечатление произвело отношение местных жителей, которые с благодарностью и уважением относятся к имени Азов. Идею создания памятника героическому кораблю в Азове поддержали меценаты. И известный скульптор, автор знаменитой тачанки Анатолий Скварин, принялся за дело. Это читается сразу же, что это капитан, что это адмирал. Это и в одежде, и форма 1827 года взята за основу. И, в принципе, вот он стоит, и в правой руке он держит карты мира, потому что он там открывал Антарктику, он бывал в кругосветном путешествии. То есть он много сделал для истории России. Копия корабля тоже будет изготовлена по имеющимся документам. Азовский архитектор Владимир Фоменко не сомневается, что скульптурно-монументальная композиция на месте фонтана у смотровой площадки станет одной из визитных карточек Азова. Что касается значения Новоринского сражения, то Владимир Тихонович высказал следующее мнение. Это вот своеобразная была, мне кажется, месть. Вот месть туркам за унижение, которое испытал Петр в Прутском сражении, когда вынужден был отдать приказ разрушить Азов до основания. Это вот возмездие за унижение Османской империи, за Азов. Еще раз напомнили, что с именем Азова совершаются вот такие победы. Напомнили туркам еще раз. И не только туркам, но и всей Европе значение города Азова. Хотя Азов уже был упразднен как форпост в то время. Изготовить и установить памятник предполагается к 9 сентября. Он станет прекрасным подарком к 950-летию города Азова. Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, «Азов.Инфо». Заместитель главы администрации города Анатолий Рябаконь провел пресс-конференцию для представителей средств массовой информации. Среди основных вопросов – благоустройство парков и скверов, ремонт дорог и качество водопроводной воды. Уже несколько лет проблема перевозки жителей хутора Задонья стоит остро. Так сложилось, что на сегодняшний момент ситуация для перевозчика экономически невыгодна. Сейчас на основании договора, заключенного еще в прошлом году, нынешний перевозчик осуществляет свои обязанности. Но в силу изменившегося законодательства здесь должна быть конкурсная основа, которая сейчас и назначена. Администрация пытается найти пути решения данной проблемы. Мы, с одной стороны, ищем другого перевозчика, который бы сюда пришел, может быть, да? С другой стороны, готовим параллельно конкурс. И с третьей стороны, все-таки разговариваем с Васинским о том, чтобы вот те мероприятия, которые там прописаны сейчас прокуратурой, а там прописаны, вот вчера было совещание там в порту в 2 часа, все заинтересованные стороны собирались, там было замечание по техническому состоянию понтона. На сегодняшний день ситуация вот такая. Другого, при всем желании, ничего сказать не могу и не хочу, потому что ничего другого сказать невозможно. Парк Победы и парк памяти в Азове также требуют реконструкции. В
Первом сейчас только высажены молодые деревья и никакой инфраструктуры не заложено, а второй должен преобразиться вместе со строительством нового стадиона. Но сейчас изменились и смета, и его проект. Мы когда посчитали, мы считали, что деньги дают, давайте просто восстановим. А сейчас уже речь идет о том, чтобы давайте мы вообще сделаем такую изюминку, которую мы потом повезем и покажем в Москве. Вот. И они нарисовали эту изюминку. На самом деле выглядит очень красиво, я хочу вам сказать, все это, да? Очень необычно. Между центральными аллеями такие, по их предложению, дорожечки есть, которые сделаны из такой жидкой резины, вот знаете, как спортивные площадки. Да, они такие извилистые, с местами для отдыха, можно там на велосипеде для ребенка проехать или просто посидеть с лавочками. Все. Ну, правда, стоить это все стало 56 миллионов. А у нас есть всего 30. Конкурс мы сегодня объявляем, Роман Иванович Ткаченко, на проектирование самого парка памяти сегодня объявляет конкурс. Вот. Конкурс там 20 дней, по-моему, до подведения итогов, где-то до 7 числа июня должно определиться победитель конкурса. И мы проектируем. А вот в каком виде, вот мы сейчас вот... Завтра в том числе замминистра приедет, будем разговаривать. Но сделаем точно как минимум на 30,5 миллионов. Также, по словам Анатолия Рибакуня, запланирован ремонт участка дороги от Павлова до Маяковского и 200 метров улицы Мира, которую не завершили в прошлый раз. Стоимость проекта составила 12 миллионов рублей. То есть вот этот участок, он же там тоже разбит, его что же надо делать? Там надо тротуары восстанавливать. Там, я помню же, я же тогда был заказчиком проектирования. Я им давал тогда задание, чтобы они спроектировали тротуарную дорожку не только вдоль гаражей, как там люди сейчас ходят, но и с левой стороны, вот через вот этот вот, место от дороги до дома, потому что там же нет дорожки, там по отмостке ходить. Но по девятиэтажным дому ходить по отмостке я не люблю. Не знаю, как вы, я не люблю. Должен быть тротуар. Помимо этого, Анатолий Рибакунь ответил на часто встречающийся сейчас вопрос от азовчан, касающийся запаха водопроводной воды. Основная причина этого – сине-зеленые водоросли, которые активно размножаются в настоящее время и придают специфический запах воде. Решением данной проблемы могла бы стать очистительная установка с активированным углем. Пока водоканал не может ее себе позволить, потому как стоимость ее составляет порядка 4-5 миллионов рублей. В этой ситуации нашему городу может помочь область. Вот если эту установку сделать, то тогда, в принципе, мы эту проблему решим, потому что все остальные, это как бы такой, я считаю, знаете, вот среднесрочный вариант решения проблемы, достаточно экономически обоснованный. Перезагрузка песчаных фильтров, за деньги которых нет, их нет. У нас вообще с водоканалом ситуация очень тяжелая, я сейчас объясню дальше. Вот. А вот это такой хороший вариант, отличный, потом позволит вообще эту проблему решить там надолго. Поэтому вот это, на мой взгляд, это вариант, который можно реализовать, и мы там уже реально, задача поставлена, на следующий год уже об этой проблеме не вспоминаем. Екатерина Четверякова, Александр Истомин, Азов.Инфо. Командно-штабные учения по ликвидации особо опасных заболеваний, в частности бешенства животных, прошли сегодня в Азове. В семинаре приняли участие ветеринары из 8 районов Ростовской области. На учениях побывала и наша съемочная группа. По легенде учений, в одном из сел Азовского района выявлен случай заболевания бешенством овцы. Она была привезена из соседней области и подарена одному из жителей села. Первыми на место падежа прибывают ветеринар и сотрудники по борьбе с болезнями животных. Затем хозяинам пишется объяснительная записка о происхождении животного, а также о том, какие еще домашние питомцы проживают на подворье. После этого голову погибшего животного помещают в специальный бокс для отправки в лабораторию, а тушу сжигают. При этом все костюмы, бахилы и перчатки также уничтожаются в огне. Подобные семинары помогают проработать как теоретические, так и практические навыки, начиная от выезда на место и заканчивая правильным оформлением документов. Дело в том, что бешенство на территории Ростовской области проявляется довольно-таки регулярно. Но в каждом случае бешенства есть определенные нюансы. Это зависит от и вида животного, это зависит от местности, где произошло. То есть, учения, они только
укрепляют и повторение мать учения. То есть данное мероприятие позволяет еще более лучше и качественно проводить работу по профилактике, ну и недопущению распространения особо опасных заболеваний, в данном случае бешенства. После того, как труп больного животного уничтожен, начинается обработка местности, подворья и прилегающей улицы. А отобранный патматериал, то есть голова овцы, отправляется на изучение в лабораторию, где берутся фрагменты тканей мозга и мозги. После чего все направляется в центральную ветеринарную лабораторию Ростова-на-Дону. Хочется лишний раз отметить, что бешенство является опасным заболеванием как для животных, так и для людей. Поэтому существует несложный алгоритм действий, который поможет избежать неприятностей в этой проблеме. При обнаружении животного с признаками бешенства, да, ну это неадекватное поведение и так далее, нужно обращаться в ветеринарную службу. Если человек не знает телефона, значит, нужно обращаться в администрацию любую, там сельского поселения, города, и ветеринарный специалист выедет на место, и будут проведены все соответствующие мероприятия. Но я должен вам сказать, что это при подозрении, но мы должны заниматься в первую очередь профилактикой бешенства. То есть владельцы животных, которых содержат животных, должны в обязательном порядке провести вакцинацию против бешенства. Вакцина есть, ветеринарные врачи знают, как это сделать, нужно просто обратиться и обезопасить животное, себя и окружающих людей. Екатерина Четверякова, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Сегодня состоялся оргкомитет по подготовке к чемпионату мира по футболу. Участники встречи обсудили рабочие вопросы. Азов является одним из лидеров по реализации всех намеченных планов в рамках подготовки к проведению Мундиаля 2018. Как сообщалось ранее, наш город станет местом для размещения и тренировок одной из команд участниц чемпионата. Во время оргкомитета глава администрации Владимир Ощупкин принял решение проводить еженедельное выездное совещание по основным объектам, которые имеют непосредственное отношение к размещению и тренировки спортсменов. Сегодня состоялось заседание молодежного парламента при Азовской городской думе. Участники встречи рассмотрели организационные вопросы и обсудили мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание школьников и студентов нашего города. Подробности смотрите 19 мая в вечернем выпуске «Азов.Инфо». В Азовском музее-заповеднике собрано множество находок, свидетельствующих о жизни разных народов, населявших Донскую землю. У каждого из них своя культура, традиции и нравы. Сегодня наши корреспонденты подготовили репортаж о черкесах. Черкесы – это одно из собирательных названий западнокавказских племен, проживавших на северных склонах Кавказских гор от верховьев Терека до Керченского пролива. А в силу различных природных, хозяйственных и внешнеполитических причин единого этноса и государства у черкесов так и не сложилось в эпоху Средневековья, хотя какие-то кратковременные попытки объединения все-таки были. В XIV веке, ну, по крайней мере, экономическим центром закубанских черкесов были поселения в районе современного города Белореченска. В XIII веке черкесы стали вассалами Золотой Орды. Из них набирался вспомогательный воинский контингент. Они же стали одной из самых многочисленных общин Азака и обитателями многочисленных деревень в его округе. Многовековое тесное соседство с аланами привело к большой близости материальной культуры, поэтому археологам сложно выделить районы проживания черкесов в Азаке. Мы не можем сказать конкретно, где, в каких местах проживали черкесы, но мы можем указать некоторые места, где их хоронили. Вот здесь мы на улице Макаровского находимся на месте одного из черкесских кладбищ. Здесь в свое время было исследовано погребение, наиболее показательное – это погребение маленького ребенка с куриным яйцом. По мнению многих исследователей, такие погребения как раз характерны для черкесов XIV века. Тем не менее, некоторые виды керамики и ювелирных украшений, найденные археологами, служат подтверждением связи двух народов. Ну вот перед нами образец бытовой те же черкесской керамики, это вот кувшин. Конкретно этот кувшин происходит из региона Закубани. Такая керамика была в большом количестве в быту у представителей черкесского населения. Азак имел тесные экономические связи с черкесскими племенами Закубанья. Об этом говорят не только черкесские вещи в Азаке, но и продукция Азак и монеты его чеканки в Закубанье.
В XIV веке черкесы были православными и, подобно другим христианским народам Азака, вырезаны во времена нашествия Тимура в 1395 году. На левобережье Кубани черкесы вместе с аланами несколько месяцев оказывали войскам Тимура сопротивление. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Александр Истомин, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды, спонсор прогноза – сеть магазинов «Дешевая аптека». Мы заботимся о вашем здоровье. До свидания, до новых встреч. Сеть дешевых аптек предлагает традиционно качественные препараты по низким ценам. У нас вы всегда сможете приобрести лекарственные препараты, товары для здоровья и красоты, гомеопатические средства, все для детей и беременных. Мы заботимся о вашем здоровье. Азов, Привокзальная, 23, телефон 46046, Московская, 76, телефон 4-24-73. 19 мая ожидается облачная погода без осадков. Температура днем плюс 16-18, ночью 7-9 градусов. Ветер северный 7 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Уровень воды в реке Дон на 17 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 10 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме.